Пусть божественный свет, который воссиял в Вифлеемской пещере более 2000 лет тому назад, согревает и освещает наши души и сердца. Это главное пожелание, которое повсюду можно было услышать на протяжении святок. Прозвучало оно и в эти дни в Архангельске, в театре драмы имени Михаила Ломоносова, где состоялся рождественский концерт. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. В начале вечера с приветственным словом к зрителям и артистам обратился глава митрополии, отметивший, что 5500 лет человечество ждало Христа Спасителя. Мы получили обещанного и живем уже в те времена, когда Христос пришел на землю. Но ради чего Он пришел? Он пришел ради нас и ради нашего спасения. Он пришел для того, чтобы человека избавить от греха. Святая Церковь говорит о Христе Спасителе, что Он истина и свет. И всякий свет, Он разрушает тьму. Вот и Господь всегда разрушает всякую неправду и нестроение. Рождественский концерт на самой большой площадке областной столицы, в театре драмы, проходит уже не первый год. Праздник для жителей и гостей города устраивает Архангельская епархия. Для нас это уникальная возможность собирания людей, собирания общества, собирания людей церковных, для того, чтобы вместе пережить это важнейшее событие в истории человечества. И для нас, как для людей церкви, является таким замечательным такой возможностью для того, чтобы прославить нашего Спасителя. Традиционно на вечере звучали романсы, колядки, церковные песнопения. На сцену вышли певчие архиерейского хора Архангельской епархии, артисты Государственного академического Северного русского народного хора и Поморской филармонии, актеры театра драмы и другие исполнители.